Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцко Боровский. И, ребят, короче, так сложились обстоятельства, что мне надо было переехать. В общем, это мои апартаменты, где я живу. В общем, я вот только привез свои вещи. Тут мои вот два пакета. Далее моя сумка. И, короче, это моя комната, в которой я буду жить. В общем, вот так вот все выглядит. Вот такой вот у меня диванчик, на котором сегодня мне придется спать. Он, конечно, не особо хороший, но что имеем, то имеем. Тут еще есть кресло, потом вот такой вот заяц. Ну, апартаменты вот такие вот. Да, у меня тут легализация, во. Хата под охраной, так что все четко, в общем. Вот такие вот дела, ребят. Так что сейчас буду разбирать свои пакеты. Вот. Я забрал свой протеин, потому что тренировки это прежде всего. Далее. БЦА. Короче, взял хлеб. Потом бритва. И этот, ёршик для бритвы. Шейкер взял, чтобы это все, конечно же, колотить. И белье, шапка, короче. Вот. Так что так вот. Короче, это моя зарядка. Снимать буду, ребят, все на телефон, так что не судите строго. У меня нет возможности сейчас монтировать. Короче, вот такая вот у меня комната. У меня тут даже есть телевизор. Вот. Хотя вряд ли он будет работать. Вот видите, вилка сломана. Зеркала. В общем, я тут буду как-то обустраиваться. Вот. Короче, тут мои вещи. Взял подушку. Подушку взял, только у меня нету одеяла. Мне надо одеяло, у меня есть простынь. Вот, а укрываться нечем. Не знаю, может быть, схожу где-то приобрету, но у меня тут много чего нету. Как бы, так, это моя кофта. Футболки. Вот, шампунь. Так, зубная паста. Дезик, чтобы, соответственно, приятно пахнуть. И тут у меня простынь, чтобы спать, и полотенце. Вот. Так что вот так вот, короче. Пишите, я вам покажу кухню. Так, в общем, короче, смотрите, это коридор. У меня тут есть интернет должен быть, по идее. Вот, есть роутер. Короче, коридор. Вот так вот все выглядит. Так, 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 это кладовка. Там ничего нету. Ну вот. Куртка моя висит и все. Так, в общем, туалет. Вот. Короче, в таких условиях буду жить. И ванная комната. Так. Зеркало есть. Короче, вот так вот. Да, тут, конечно, паутина. Ну, хоть свет есть, и то хорошо. Так, а вода есть? А ну-ка. Да, нормально. Как-то будем жить. Прорвемся. Вот, сейчас повешу полотенце и пошлите на кухню, короче. Вот. Так, 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 так. Это кухня, короче. Стол. Стулья. И соседи есть. Кстати, ребят, мне надо от них избавиться, я их ненавижу. Короче, кто шарит, как избавиться от тарганов? Ё-моё. Это рассадник для них. Ого. Ого, посмотрите, сколько тут соседей. Знают, что хавать. В общем, кто знает, как избавиться от тараканов, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Какое средство купить хорошее. Так, короче, вот такие вот тут условия для жизни. Так, в общем, мне надо купить что-то пожать. О, вот это, конечно, не особо хорошая тема. Так, тут... О, точно видел, как оно капнуло. В общем, отопления тут нет. Ну, ничего страшного, хоть в комнате есть отопление. Так что будем жить, не пропадем. Так, в общем, надо будет тут поубирать, потому что тут свинюшник. Я не знаю, как тут жить. И надо будет купить какой-то еды себе на ужин. В общем, пришел, ребят, с магазина, купил два пакета продуктов. Вот, смотрите. Там
И бытовые вещи, чтобы поубирать, потому что я не могу жить в таком гадюшнике. Купил еды, чтобы приготовить себе на ужин, воды взял. И сейчас, ребят, разберусь. Вот. Я уже себе сделал ночлег, в общем, смотрите. Простынь застелил и подушку. Одеяла у меня нету, поэтому буду спать в кофте. Вот так вот. Так что сейчас разберусь и будем готовить ужин. Вот. Короче, будем обустраиваться в этих вот, ребят, апартаментах. Гляньте, как я себе поставил зеркала. В общем, чтобы вот так вот смотреть, короче, то там они стояли. Так будет удобней. Вот. Так, в общем, пошлите на кухню. Разобрал пакеты. В общем, смотрите, вот это все продукты, которые я купил. И я не брал мясо, потому что оно портится, а здесь нету холодильника. В общем, сейчас на ужин, думаю, приготовлю, наверное, себе гречку и к ней какую-то консерву. Плюс зажарочку сделаю с вот этой вот морковкой. Так что давайте сейчас, в общем, буду мыть и буду вот здесь вот пытаться как-то все приготовить. Так, ну что, надо, короче, брать эти кастрюли. Фу, вонище-то. Надо это все хорошо помыть. Где? Ага. Перед тем, как закидывать продукты. Вот. Так, и где мои? Тряпки там вон есть какая-то, но это просто. Посмотрите на нее. Мусорка. Я взял нормальные новые, они там недорогие были. Самый бюджетный взял. В общем, надо нормально помыть эти кастрюли, сковородку, перед тем, как готовить. Гляньте, какой же пожар. Вот такой вот огонь. Одна сковородка и вторая. Все, в общем, буду варить яйца и гречку. Только давайте ее накроем крышкой. В общем, пока еда готовится, я тут мою посуду. И посмотрите, сколько тут от тараканов мусора. В общем, кто знает, как избавиться от тараканов, пожалуйста, напишите мне в комментариях, потому что посмотрите, что тут происходит. Ну, куда ты бежишь? Ты поджариться хочешь? Тупо к огню идет, он по барабану. Главное, еда. Вот так вот. Эту гречку завтра жрать уже нельзя. В общем, посмотрите на эту сковородку. Видите? Она херово прилегает. Вот эта вот крышка. Я пробовал ее закрыть, но она, походу, не от этой сковородки. И туда тараканы залезли, по любасу. В общем, я накидал себе огромную порцию, прям надо было столько не варить, ну ладно. В общем, остальное выкину, потому что по-любому они найдут щель мелкую и залезут. Это такие редисочки, что они где угодно найдут. Короче, проход. А, кстати, у меня же там хлеб есть, точно. Сейчас еще хлеба добавлю и буду кушать. Блин, тут хоть бери, да тарелку с собой носи. И тут по столу просто ты сидишь, вот хаваешь. Гречка, да, это я. А тут вот, смотрите, клиентура просто бегает. Вот, они просто по столу ходят, как у себя дома. Не, ну они у себя дома, молодцы. Посмотрите. Ой, кто сталкивался с такой проблемой, с тараканами, то пишите, пожалуйста, как от них можно избавиться. Потому что, ну, блин, ну и посмотрите, и тут он. Они просто везде. Где вода, где еда, они там тусуются. Сейчас я хочу сходить в душ, так что для меня это будет прям испытание, можно сказать. Короче, купаться я буду точно в тапочках, потому что, чтобы никакой грибок не подцепить. Ну что, все, ребят, я уже помылся. Короче, на ночь еще выпью протеина, аминокислот с водичкой. И буду залипать на ютубе, в интернете, в инстаграме посижу. Потому что тут особо развлечений нету, телевизор тут не работает, он только для красоты. И там если эту вилку поменять, то может и будет пахать. И вот так вот, короче. Буду ложиться спать. Кстати, диван
Как ни странно, еще удобный. Но он вот тут вот, смотрите, отваливается. Вот. Блин. Теперь надо засунуть. Показал вам. Вот. Вот так вот. И все. Блин. Вывалился теперь. Вот так вот он стоит. Ну, блин, а ё-моё. Сломал диван. А мне еще тут спать. Так. Короче. Я надеюсь, что завтра день у меня будет получше, чем сегодня. Потому что сегодня он у меня оказался очень и очень тяжелый. Поэтому, если вы хотите... Я вообще не знаю, как у меня жизнь повернется, что будет завтра. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за внимание. Всем, ребят, пока. До новых встреч.